Андрико, Алексей Мишин, Мордовия, Московская область, заслуженный мастер спорта, борец в синем трико, Игбаев Азамат, Башкортостан, мастер спорта международного класса. До 66 килограммов приготовиться к награждению в разминочной зоне. На ковре Б встречу судят руководитель ковра, арбитр. Олимпийский арбитр Сергей Новаковский. Арбитр на ковре Владимир Трушин. Международная категория Ростов, Россия. Боковой судья Владимир Макаров. Россия. Пускай жестко. Липецк. Международная категория. Борец в красном трико. Алексей Мишин представляет Республику Мордовия и Московскую область. Ему 32 года. Олимпийский чемпион 2004 года. Чемпион мира 2003 года. Неоднократный призер чемпионатов мира. Шестикратный чемпион Европы. Десятикратный чемпион России. Обладатель Кубка мира и Кубка европейских наций. Занимается научной работой. Кандидат педагогических наук. Тренируется под руководством Тараканова Александра Петровича, заслуженного тренера России. Соперник Алексея Мишина, боец в синем трико, Азамат Бикбаев, мастер спорта международного класса, представляет Башкортостан, город Уфа. Ему 25 лет. Тренируется под руководством тренера Рамиля Сираева. Лучшие спортивные результаты спортсмена – это победитель международного турнира Иван Поддубный, призер неоднократных чемпионатов России. После первого периода встречи на центральном ковре 1-0 в пользу борца в синем трико Азамат Акбекбаева, Башкортостан, мастера спорта международного класса. Короче, да. Синий почти, второй не пропускай там. Четко, Азамат. Поднимите синюю.
Жестко сбивает. Надо, надо, заслуженный мастер спорта Алексей Мишин, Мордовия, Московская область. Победу на ковре одержал Алексей Мишин, заслуженный мастер спорта, победитель Олимпийских игр Мордовии, Московской области, завел золотую медаль в своей категории до 84 килограммов. Давайте еще раз поздравим. Спасибо.